В Нефтеюганске прошли ежегодные соревнования по танцевальному спорту. Первый турнир «Золото Югры» городская федерация танца провела еще в 2004 году. Тогда в нем приняли участие пары из нескольких муниципалитетов нашего округа. Со временем география расширилась, присоединились танцоры из Тюмени и Ямала. В этом году на соревнованиях выступали уже более 1000 спортсменов. Внимание уделяли не только мастерству, но и внешнему виду. Все, от причесок до мельчайших деталей костюма, строго определено регламентом. И если платья девочек поражают взгляд всевозможными яркими оттенками, то мальчики исключительно в черно-белом. Оценивала красоту костюмов и отточенность движений профессиональная судейская бригада из 30 человек. Я считаю, что и уровень подготовки соревнований, и уровень подготовки спортсменов достаточно высокий. Потому что я по роду своей деятельности езжу по многим регионам, и за рубеж, я считаю, что это вот один из лучших.